Ну и завершается празднование Дня российского кино на площади Ленина. В эти минуты там показывают мультфильм «Три богатыря» и «Шамаханская царица». На месте сейчас работает моя коллега Жанна Алиева. Она выходит на прямую связь со студией. Жанна, добрый вечер. Много ли астраханцев пришли посмотреть сказку «Под открытым небом»? Добрый вечер, Анастасия. На площади Ленина у видеоэкрана собралось около полсотни астраханцев. Погода достаточно прохладная, но комфортная. Зрители уместились на мягких креслах и смотрят кинокартину. А те, кто не хватило мягких кресел, они захватили домой из дома с собой пледы. Сейчас на киноэкране проецируется мультфильм работы Сергея Глезина «Три богатыря» и «Шамаханская царица». Мультфильму уже 10 лет, но он очень интересен и как и взрослым, так и зрителям. Еще ни один зритель не ушел за час просмотра. Перед тем, как начать просмотр, за час организаторы подготовили развлекательную программу. Работала фотозона. А те, кто хотел испытать свою фантазию, было размещено белоснежное полотно, которое из аэрозольной краски можно было распылить. Этот арт-объект уже назвали «День кино», и организаторы говорят, что они его разместят в фойе иллюзиона. Также была проведена викторина среди зрителей, где за правильный ответ давали билеты в кино. Анастасия. Ну что ж, очень уютный вечер в центре города. Спасибо, Жанна. На прямой связи была моя коллега Жанна Алиева.